В национальной деревне на Соколовой горе День России отметили в стихах. На сцене читали свои верши поэты из «Зато Светлый». Основной темой выбрали Великую Отечественную войну. Задушевную атмосферу создавали и песни под гитару собственного сочинения и известных советских композиторов. Самые бурные аплодисменты заслужила песня, посвященная защитникам саратовского неба, летчицам 46-го бомбардировочного авиационного полка, легендарным ночным ведьмам. Колоссальное действительно мужество и нежность, когда они подходили к Марине Михайловне Росковой и говорили: «Я физику знаю на 5, возьмите меня, я разберусь в авиационном моторе». А Ольга Тимофеевна Голубева-Террас была совсем небольшого роста. Женщина, я когда с ней встречалась, и для меня это было удивительно, как вот такая хрупкая, тонкая женщина смогла столько вынести.